Развиваем это движение, сами понимаете, молодежный клуб, все хотят, всех мы, пределы нашего, спасибо. Спасибо. Вот это основной блок у нас, здесь представлены несколько кабинетов, каждый из них разделен на свои наименования, то есть тематические классы, в которых происходит занятие по определенной тематике. Да, вот смотрим, здесь написано космоквант, да, то есть о чем здесь может быть заниматься. Это занятие по космическому. Следующая группа, они 7 класс, они вот Python. То есть язык программирования Python. Ну, если здесь есть кто занимается информатикой, я знаю, что у нас вот сейчас как бы... Вам рекомендую. Мы занимаемся именно по Python. Почему? Потому что у него есть микроконтроллеры и на веб-дизайн, и на большие данные. Вот все это входит в контроллер. Но первый год это чисто обучение алгоритмики, обучение писать программы и так далее. Выдох. Еще раз вдох. Задули свечу. Еще раз вдох. Молодцы. Следующее упражнение. Мы работаем с вами с дикцией. Вспоминаем гласные звуки. А, О, У, Э, И, И. Бросаем мяч. Упражнение мяч. Поехали. А. А. О. О. И. 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 Почувствовали вибрацию? Да. Отлично, можно ручку убрать. Продолжаем. И.
Молодцы. Звук. Какой здесь средний регистр? А, правильно. А. Итак, поехали. И подсчитаем, сколько вы выдержите. Итак, держим, держим стульчик. Мышцы работают. Тело работает. Я так 10 часов простою, как ты встала. Так, еще, еще сползаем, да? Держим, держим. А где у нас сам? Все, тише, тише, тише. Встали. Так, устали, да, бедные? Встали сюда. Поэт, как и так, кто это? Меню.
Можно, конечно, пожалуйста. Дальше, обратите внимание. Как называют эту профессию в театре? Вот если бы ты... Нет, какой тебе диджей? С чем он? Что перед ним? Софиты? Внимательно смотрим. Что это обычно? А конечно, это молодец, профессия художника костюма. А это кто? Артист. Актер. Актер, артист, правильно, молодцы. Актер это царь. Вопросы. Первая команда. Готовьтесь, вам вопрос. Переводчик где собирается, чтобы посмотреть? Театр. Правильно. Ваш вопрос. Является в театре главной? Актер. Правильно. Актер, я сегодня говорила вам. Солнышко. Солнышко. Ответ прозвучал. Так. Процесс подготовки спектакля. Ваш вопрос. Не о спектакле, ваш вопрос. Это афиша. Правильно, афиша. Молодцы. Театральное представление. Сцена. Правильно. Это сцена, которая была в начале. Как называется вот эта часть сцены? Падуга. Падуга. Внимательно смотрим. Дальше. Как называется эта часть? Правильно. Кантик кулиса. Так. И ткань, которая закрывает сцену от зрителей. Покровительница театра, музу. Музу как зовут? Музыка. Нет. Ну что может быть? Здравствуйте. А это тут есть ответ? Конечно, есть. Где написано? Нет, здесь нету. Вот она. Это она. Подсказки есть. Подсказки я вам уже сказала. Если бы вы ответы на вопросы первой буквы запомнили. Произнесите вслух имя. Покровительница театра. Молодцы. На этом. Вы сегодня были молодцы. И с этим вы сделали. А дальше. Придумать, как будет выглядеть театр через 30 лет. Вы надо самку нарисовать. Театр через... Это будущее. Ваше будущее. Подождите, 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 подождите. Да. Короче, вы театр нарисуйте, я не умею рисовать. Время, время, время идет. Да, каким бы крайним, но они не будут голограммы.
лет. Или у нас это через 30 лет, думаешь, через 30 лет будут кулисы? Да, да. Девочки, чем заняты? Мы помогли. Никто к вам не подходил даже. Зима. Ну да, конечно, пишите. Главное, чтобы вы придумали. Самое прекрасное. Ребята, мысли о театре. Я вам буду пока вы молча работаете. Придите. Что есть, я вам говорю. Я не знала профессии, которая требовала бы более изысканных форм и более чистых нравов, чем театр. Геометр, когда-то сказал, ребята, внимательно послушайте, что может быть приятнее многолюдства, когда в театру ломится народ? Ребята, мысли о театре. Я вам буду пока вы молча работаете. Придите. Что есть, я вам говорю. Артисты-роботы, а вы куда денетесь? Они будут с телефона такие. Мы будем директоры. Вы будете смотреть это все, да? Как обмещает наше искусство. Так, спасибо. Внимание, улыбнулись, посмотрели на меня. Чисть. Будет через 30 лет, у нас не будет там TikTok, Instagram. Это уже не будет популярным, 100%. Так как и то Instagram сейчас еле как в реки входит. Это миньоны. Они всегда были интересны всем, именно детям. Где тут миньоны? Не видишь, что зрители, которые на это смотрят, дают... Театр мы переименовали на зрелище. Так будет больше интересней. Интересно зрелище. Вот, к примеру, вдруг некоторые не знали. Только солнечные батареи, они будут питаться только от солнца. Питаться будет от солнца. То есть это все будет происходить на улице, да? Театр будет на улице, чтобы батареи подогревались, да? Когда летом им будет лучше. Но в любом случае на крыше, если стоят вот эти... А если зимой, то в помещении. Понятно. Так.
Аплодисменты жду. Аплодисменты, да. Рамиль, вот ты не очень. Вы сегодня постарались, вы и потанцевали, вы и на вопросы отвечали, вы очень много протягивали, нарисовали свой вариант театра. Хотя я очень надеялась, что это будет очень красивая штука. Цифровизация, как это правильно, это ужас. Я бы хотела, чтобы была красота, чтобы все... Это говорит о культуре человека. Поэтому, мои дорогие, любите театр, любите искусство. И пусть это вам всегда приносит радость, дорогие мои. Сейчас я хочу пожелать, Сулейман, тебе здоровья. Всего наилучшего. Любви. Сама еще больше. Здоровья. Амалия. Афия? Это Афия. Афия, Афия. Что? Успеха. Как думаю, всего самого наилучшего. Да. Я. Желаю счастья в жизни. И как вы думаете? Спасибо большое, он хотел сказать. Спасибо, что сегодня провели урок. Желаю всего, что все пожелали друг другу. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.